Посмотрите, какая атмосфера у девочек. Как красиво. Так, приезжаешь, садишься, выбираешь себе подарок на Новый год. Я считаю, что меха – это идеальный подарок. Учтите, мужчины тоже, которые меня смотрят. Девочки, давайте начнем вот с такого вот длинного, роскошного соболька. Посмотрите, какая у него седина. Вообще, я себе очень давно думала взять длинную шубу. Правда, не знала, насколько это комфортно. Но если брать, то, скорее всего... Так вот, если брать, скорее всего, это будет, наверное, соболь, потому что это более практичный мех, который, мне кажется, что будет долго служить. И будет тепло, уютно. Для нашей зимы самое то. Девочки, я хочу показать просто поближе шубку, которую я сейчас мерила. Я, конечно, от нее в восторге. Думаю, что можно мне больше размер только взять. Я люблю, когда шубки свободные. И вот думаю себе заказать побольше размер. Посмотрите на седину. Просто, чтобы вы понимали. Качество меха невероятное. Мне кажется, это такой роскошный подарок на Новый год самой себе. Так, девчонки, еще вот такая вот модель. Она идет чуть короче. Мне кажется, тут, наверное, самый такой оптимальный вариант. Ну, я, правда, хочу длинную, но это тоже хотела вам показать, потому что здесь тоже просто бомбическое качество меха. Может, кому-то она понравится. Решит приобрести. Очень красивая шубка. А вот эта модель шубки идет как у меня. Шелевой воротник, такой широкий рукав. И очень классная длина, чуть ниже попы. Очень мне нравится такая модель. И цвет здесь очень красивый, такой графитовый. Сейчас буду примерять шиншилку. Обожаю вообще качество меха шиншиллы у девочек. Реально, посмотрите, какой плотный. Посмотрите. Ну, это же просто шик. Сейчас будем мерить. И вот одна, кстати, из моих любимых моделей с английским воротником. Очень нравится мне. Смотрится очень стильно. Блин, такой выбор, с ума можно сойти, я не знаю просто. Так, девчонки, вот, примерила вот такую шиншиллу. Как вам? Все-таки я люблю этот мех, я считаю, что он супер яркий, эффектный. Как вы думаете? И есть сейчас еще один вариант, вам покажу тоже. Такое роскошество. Такой выбор нереальный просто. Вторая, девочки. Если хотите себе реально роскошную шубку по адекватным ценам, то вам к девочкам.